Глава Чувашии призвал все хозяйства республики мобилизовать силы на уборку кормовых культур. Как идут работы, Михаил Игнатьев узнал, побывав в Чебоксарском районе. 600 тысяч тонн сена, по 200 тысяч тонн силоса и сенажа. Таков план у хозяйств республики по заготовке кормов для животноводства. Вот это нам позволит выполнить наши планы, поставленные планы. В этом году мы задачи ставим молока надоить около 147 тысяч тонн в хозяйствах и около 127 тысяч тонн мяса произвести. В ОАО «Чурачикская» сейчас идет заготовка сенажа. Уборочная техника вышла в поля уже в конце мая. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки. Продление одного дня или там на несколько суток в конечном итоге дает некачественные корма. Потому что надо корма убирать, кормовые культуры убирать, когда как раз они в фазе бутонизации, когда белковые, протеиновые содержания, максимальное количество. Сегодня косилки и комбайны вышли в поля в 15 районах республики. Глава Чувашии Михаил Игнатьев призвал всех руководителей хозяйств мобилизовать силы на заготовку кормов. Надежда Яковлева, Татьяна Раевская, Игорь Зверев, Республика.